ощущение, что футболисты в контакт эти особо и не хотят. В основном на чистых мячах работают абсолютно все. Ну и более-менее сопротивляются только тогда, когда мяч вот летит в направлении той или иной штрафной. Вот тут немножечко включаются. Вот Лацио имеет шанс выйти вперед. Опасный момент. 2-1. Козак с почином чешского легионера Лацио. Всех поклонников этой команды с голом. Да. Как пойдет дело, Михайловичу, может быть, самому постричься надо будет. Ну что тут мог сделать Фрей? Во-первых, опять Маури дают сделать передачу штрафную. Эрнанес вообще никто не встречает. Делай, что хочется. Он бьет. Удар, кстати, не очень хороший получается. Ну и самое любопытное, кто там работал с Козыком. Его вообще бросили.